выставку всех достижений в лабиринтах всемирной сети. Кнопкой мыши влетаю движением, чтоб знакомые рожи найти. Я по жизни простой неудачник, ведь удачу не трипер поймать. Я смотрю, как бывает иначе в одноклассниках, ёб твою мать. Вот Серега с огромной ружбайкой, он контужен на две головы. Бился в того Чечне и Ямайке и крышует часть рынков Москвы. Он всегда от других отличался, смирно вольно немногим понять, что не фото, упал и отжался одноклассники, ёб твою мать. Вот Санек с папуасом в обнимку, с милой подписью «это жена». И еще куча смыльниц и снимков, что не снимут чужая страна. То Пизанскую башню толкает, то грозит пирамиду сломать. Кто таких за границу пускает? Одноклассников, ёб твою мать. Вот Валерия с сиськами настежь над роскошной кроватью парит. Видно, думает, будет ей счастье, и на сиськи мужик прилетит. Прилетит с полкило шоколада, денег даст и нырнет в ту кровать. Если так, значит, фото что надо, одноклассники, ёб твою мать. И опять обнаженные сиськи, в этот раз это Вовка Качок. Дали, тут поближе, тут близко, и все время в трусах дурачок. На мужчинах такого калибра виснут девки на возраст плевать. 40 лет сексуальные игры, одноклассники, ёб твою мать. Вот Андрюха в своем кабинете, тут же он за рулем БМВ. Где работает, он не ответит, но понятно, что где-нибудь в президента портрет за спиною. Взгляд такой может руку сломать. Что творится с моей страною? Одноклассники, ёб твою мать. И вот я с покрасневшей мордой от давления гляжу в объектив. Ни двусмысленно взглядом, ни твердым свой бессмысленный путь осветив. Ни вояжей, ни тачек, ни бабы, просто очень не хочется врать и подумать о том, что пора бы. Одноклассники.